Альберт Хисамов – участник специальной военной операции. Призван по мобилизации в сентябре 2022 года. Сначала на Сергиевском полигоне проходил боевое слаживание и осваивал технику. А в декабре эшелоном отправился в зону проведения операции. За ленточку, как там говорят. Что бы там что ни говорили, но я вот реально вот там нашел вот таких товарищей, вот прям вот конкретно боевые товарищи, вот братья мои. Сейчас находится в краткосрочном отпуске, а мысли все равно там, где остались товарищи. Вернется в расположение части не с пустыми руками, а с подзорной трубой, с помощью которой легко наблюдать за противником и обследовать вражеские позиции. Центр поддержки мобилизованных в лице Волковой Натальи Серафимовны, вот они нам выделили деньги, и мы вот на эти деньги купили такая вот, ну, прям офигенная нужная вещь для нас. Получается, ты не зря съездил в отпуск и с родными повидался, да. И еще и привезешь ребятам вот такой замечательный подарок. Ребята просто будут рады. Кроме оптического прибора, в багаже Альберта маскировочные сети, которые делают добровольцы-волонтеры. Надежная защита от вражеских дронов и безопасность бойцов. На передовой важна любая помощь и поддержка, как материальная, так и моральная. Нам тоже и письма приходят от детей, то есть мы читаем тоже там прям до слез вот это вот, когда вот. И те же бабушки, когда собирают вот эти носочки вязаные, отправляют. То есть поддержка там дофига, значит, да. А с местным населением вы поддерживаете где-то отношения, связи? Ну, да, мы в любом случае с ними контактируем, как бы, и, в принципе, они к нам нормально, хорошо относятся, то есть, как бы, прям не сказать, что вот прям они нас любят, там, или как, ну, отношения хорошие. То есть местные прям вот говорят, ребята, вы нас же не бросите, не оставите. Ну, вот, как бы, подходят бабушки, спрашивают. Мы говорим, что нет, конечно, не оставим. Специальная военная операция, по мнению Альберта, на многое открыла глаза. Показала, кто чего стоит. И как громкие слова превращаются в пустой звук, и как проявляются настоящие чувства и ответственность за судьбу Родины, благополучие родных и близких тебе людей. Самое главное, конечно, это поддержка вот, женам и матерям. Потому что вот мы оттуда ушли, и как вот говорят, баба-мужик, да? Вот сейчас вот она и за мужика, и за бабу, вот. Воспитание детей, на самом деле, я думаю, это очень тяжело. То есть им тяжелее, чем нам. То есть я думаю, что нам даже там легче находиться, а им, матерям и женам, здесь тяжелее намного. На первый взгляд не скажешь, что богатырь. Но пообщавшись, понимаешь, что сила его в правде, которую скрыть нельзя ни в мыслях, ни в поступках. Страшно? Я думаю, просто если я скажу, что нет, ну это неправда. Страшно, конечно. Александр Наточев, Иван Петров, Светлана Нурик, городские новости, Артемовский телеканал, Лента.